Всем привет, ребят! Вы находитесь на канале Reader Play. Меня зовут Александр, и сегодня мы, так сказать, немного поностальгируем в рамках подписки Xbox Game Pass. Обновилась библиотека, то есть пополнилась, и стала доступна одна из игр древности. Ну, такая уже не новая, Rise of the Tomb Raider, бывший эксклюзив Xbox. Ну, временным эксклюзивом он являлся. Игра напоминает чем-то Uncharted, известную игру. Подобных игрушек выходит мало, поэтому сегодня немного поиграем, поностальгируем, посмотрим, как она на максималках идет. Ранее игрушку я играл на PS4, приобретал. Там она... Ой, ну, похуже в плане графики. В общем, давайте смотреть. Всем приятного. Ну, из тех, кто не играл, в общем-то, игра по подписке очень даже хорошо. В общем, смотрим. Не видел. Что заставляет людей выходить за рамки обыденного, смотреть в лицо неизвестности? В детстве мы все познаем мир вокруг себя. Мы учимся, мы приспосабливаемся. И постепенно теряем способность удивляться. Практически все, кроме немногих, исследователи, искатели истины. Именно они определяют будущее. Остальные, они все. В горы не пойдут ни за какие деньги. Затерянный город где-то там. Подъем будет не из легких. Я не сдамся. Я знаю. Останься здесь, с ними. Ни за что. Я знаю, но у меня хорошее предчувствие. Так, ну сразу могу сказать, что красивее однозначно с версией PS4. А чем? Ты в порядке? Оступилась. Все нормально. Чуть-чуть. Лара! Ты цела? Иона! Я здесь! Я сейчас за тобой слезу! Нет! Слишком опасно! Я сама вылезу! Уверена! Стой на месте! Лара, чтоб тебя!
меня чуть инфаркт не хватит. Ты в порядке? Ага. Пошли. Похоже, нам туда. Если погода испортится, переждем тут. Думаешь, найдем этот твой город? Шансы, конечно, невелики. Но старый проводник сказал, что видел в горах какие-то развалины. Ну, пожалуй, если бы мне пришлось прятать забытый город, я бы выбрал как раз такое захолустье. Надеюсь, Троица нас не обогнала. Буря надвигается. У нас от силы часа два. Хватит. Мы почти у вершины. Что думаешь? Мы близко, Иона. Я чувствую. Надо сделать последние усилия. Ладно, посмотрим, что там. Вроде бы надежно, но держись ближе к стене. Ладно. Дальше придется лезть. Смотри, чтобы лед на голову не упал. Ага, готов? Полезли. Смотрите, тут льда валится. Идем медленно. Держись рядом со мной. Беги! О, черт! Чудом спаслись. О, нет! Нет, нет, нет! Фиона, держи! Я закрепляю. Перепрыгну! Ух ты! Твою мать! Боюсь, не перепрыгну! Стой там! Я закреплю тебе трос наверху! Пара еще чуть-чуть! Давай! Я тебя не удержу! Веревка выскальзывает!
косячок получился. Нет в нашей жизни большей жестокости, чем ее скоротечность. Мы стареем, дряхлеем, умираем. Но что остается? Кости, прах. А душа? Переходит ли она за грань земного существования? Я верю, что да. В основе многих мифов и легенд лежит истина, не научная, но куда более важная истина. Ключ к обретению вечной жизни. Мне кажется, картина начинает складываться, но я не одинок в своих поисках. Они следят за мной, следят за каждым моим шагом. Теперь я знаю, кто они. Троица. Древняя, жестокая секта, жаждущая мирового господства. Ради семьи я должен соблюдать осторожность. Если что-то случится с Ларой или с Анной, я никогда себе этого не прощу. Пожалуйста, а что ты здесь делаешь? Я увидела, что про тебя пишут в газетах, и решила тебя поддержать. А, врут опять. За тобой не следили? Следили? Конечно, нет. Что случилось? Я, кажется, нашла гробницу. Да не может этого быть. Миф о пророке подтвердился. Папа был прав. Лара, твой отец был нездоров. Нет. Он стоял на пороге великого открытия, неопровержимого доказательства бессмертия души. Я любила Ричарда. Я была готова выйти за него замуж. Но он сломался. Я не хочу, чтобы и с тобой это случилось. Но, Анна, он был прав. Это все остальные ошибались. Гробница в Сирии. В Сирии? О, боже, Лара, нет! Это безумие! Приди в себя. Вернись домой. Не могу, я сама знаешь. Но эта мания сгубила твоего отца. Я видела что-то. Что-то, что я не могу объяснить.
Теперь я понимаю, каково приходилось папе. Это все сказки. Глупости. Прошу тебя, опомнись. Ты знаешь, чем это кончится. Только это теперь имеет для меня смысл. Я найду гробницу пророка. Точка въезжаем. Вам точно туда надо? Мы уже близко. Впереди будет каньон, а там должен быть оазис. Зря время тратите. Ничего там нет. Смотрите на дорогу, пожалуйста. Как знаете. Что-то не так. Это учение просто. Кому-то сказал, так? Они предложили больше. Они же обещали не стрелять! Увози нас отсюда! Чёрт! О, нет! 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 Что-то было про это. Сказано, что гробница скрыта в скалах над одним из забытых городов. В легенде упоминается оазис, в котором был похоронен пророк. Очень искусная, с инкрустацией. Похоже, византийская. Может быть, 10 век. Соответствует легенде о пророке. Неужели добралась? Это вроде указателя. Целиком перевести не могу, но это слово. Пророк. Выходит, папа был прав.
Таковы чудеса пророка из Константинополя, бесчестно убитого орденом Троицы. Вот пророк разговаривает с чужеземной армией. Он убедил их сложить оружие. Вроде бы какая-то карта, но разобрать слова очень тяжело. Так, здесь он исцеляет людей. В отцовских записях это упоминается. Я подзабыла греческий, но он указывает на что-то спрятанное неподалеку. Я помечу места на карте. Провел своих учеников через пустыню к оазису. Потайной вход. Неудача. Троицы неумолимо преследовал пророка и его учеников, пока не настигли их в укромном оазисе. Путь внутрь. Тебе.
была битва. Вооруженные солдаты против пилигримов. Орден Троицы. Сын мой, Орден Троицы получил весть о том, что последователи пророка воздвигают великую гробницу. Место ей в оазисе где-то недалеко от Берей. И что печалит больше всего, мы думали, что нечестивцы строят гробницу своему идолу. Но теперь Троица убеждена, что пророк жив. Все больше местных жителей стекается к нему, чтобы послушать лживые басни о том, как он преодолел смерть. Еретик и лжец, присваивающий себе чудеса, нисходящие единственно от Всевышнего. Ты клялся, что он мертв. Неужто ты подвел нас? Пророк убит Орденом Троицы. Thank you.
милорд. То, что вы говорите, невозможно. Я своими руками вонзил копье в грудь пророка. Я видел, как он умер. Уверен, что его люди просто обредили в старые одежды нового шута. Они в бегах. Сломлены. Никто им больше не верит. Мы отправимся на юг и предадим остатки нечестивцев мечу. Но пророк мертв. Могу в этом поклясться. Выступил во главе небольшой армии верных людей, хорошо вооруженных и готовых ко всему. У меня хорошие новости. Мы нашли гробницу пророка. В пути на нас напали какие-то безумцы в одежде его почитателей, но мы легко их одолели. Одному мы позволили бежать. Следуя за ним, мы и нашли оазис. Кто бы ни рядился теперь в одежды пророка, он сам или самозванец, он найдет здесь свою смерть. Мы убьем всех и похороним их в этой гробнице. Они почти внутри. Милорд, последние из последователей пророка забаррикадировались в гробнице. Мы разбили у входа лагерь и готовимся к штурму. Перед тем, как они запечатали ворота, я видел человека, называющего себя пророком. Должен признать, сходство и впрямь поразительное. Но это невозможно. Впрочем, пустое. К рассвету все они будут мертвы. Ереси ненавистной Ордену Троицы будет положен конец. Надо поднять уровень воды. Ай!
Если я смогу забраться на ту балку... Ставьте заряды! Саркофаг пророка. Наконец-то. А реликвия? Внутри. Даст Бог. Открывай. Осторожно. Это может быть крайне опасно. Вы кто такие? Ты же баба умная. Сама поди уже догадалась. Троица. Где реликвии? Я не понимаю, о чем вы говорите. Не шути со мной. Ты привела нас сюда. Слушайте, когда я пришла, там уже было пусто. Никакого тела и уж точно никакой реликвии. Лара! Мне столько нужно тебе рассказать, я не... Ты нашла гробницу пророка?
Да, но за мной следили. Что? Кто? Они зовут себя Троицей. Пытались меня убить. Какого черта тут происходит? Ты меня пугаешь. В гробнице было пусто, но я думаю, они искали святой источник. Артефакт, который искал твой отец? Это не все. Я нашла в гробнице этот символ. Я его видела раньше, только не помнила где. Тут меня озарило. Я видела его тут, в папиной книге. Послушай. Затерянный Китежград. Якобы он исчез где-то в Сибири в 12 веке. По легенде, накануне вторжения монгольских орд он опустился на дно озера. А при чем тут артефакт пророка? Тот же символ. Лара. Если святой источник находится в развалинах Китежа, то я должна отправиться туда. В Сибирь? Шутишь, что ли? Ты представь, если я действительно смогу раскрыть секрет бессмертия, это же революция. Болезни, страдания, смерть в прошлом. Ты вообще себя слышишь? Иона, мы столько вместе пережили. Ты же знаешь, что это может оказаться правдой. Да мне плевать! Я уже стольких потерял, не хочу и тебя тоже терять. Папа так и не догадался про Китиш. Он от всего отказался ради этого. И от тебя. Перестань себя винить в том, что случилось. Он сам так решил. Я не могу его подвести. Это все, что у меня осталось. Неправда! Остановись хоть на минуту, и, может быть, поймешь это. Я привела их к нему, Иона. Если святой источник существует, мы должны найти его первыми. Значит, себе. Убежище.